По всей Грузии в течение 2 месяцев, декабря и января, запрещено выходить на улицу с 9 часов вечера до 5 часов утра. Нарушителям, физическим лицам, грозит штраф в размере около $600, юридическим лицам – около $3000. В остальное время можно перемещаться пешком, на личном транспорте и такси. Не работает городской транспорт, в том числе метро. Отменены междугородние перевозки пассажиров как автобусами и маршрутными такси, так и по железной дороге. Закрыты торговые объекты за исключением продуктовых магазинов, аграрных рынков, аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков прессы. Объекты питания работают только на вынос. Прекращена работа детских садов, образовательные учреждения полностью переведены на дистанционный режим. При этом разрешена деятельность строительных компаний, финансовых учреждений, бензозаправочных станций, объектов по ремонту автомобилей и бытовой техники, салонов красоты. Дни с 1 по 15 января объявлены выходными. В канун Нового года и Рождества ряд ограничений будут временно отменены. Подробности читайте на сайте stopcov.g. Ссылка на сайт дана в описании под этим видео. Вот так выглядит сегодня Тбилиси в часы запрета на передвижение граждан. В видео звучит песня «Ах, турпав, турпав» в исполнении Марины Бибия. Дом на шаве.